Сжигают тело. Сейчас объясню. Вот смотрите, пока тело не сгнило, то есть пока тело не начало разлагаться, тонкому телу вместе с душой приходится находиться рядом. Так как ведические ученые знали об этом, поэтому они сжигают грубое тело, чтобы быстрее, не меньше, чтобы мучился душа, чтобы вместе с телом меньше мучилась рядом с телом, которое уже бесполезно. Кремация происходит для того, чтобы быстрее пошел по своим делам дальше. Есть разные, понимаете, кремация не обязательно стопроцентная необходимость. Есть разные культуры и необходимости, даже в ведической культуре. Кремация – это не единственный способ отношения с телом. Сейчас объясню второй способ. Когда человек жил великой жизнью, и когда он является нужным для всех, этот человек по собственному желанию соглашается, хорошо, пускай мое тело служит вам еще много сотен лет. И тогда этого человека бальзамируют и делают из него самадхи, то есть это такое специальное захоронение, в котором находится тело святого. И когда человек находится рядом с таким захоронением, он получает личное общение через этот план. То есть он, соприкасаясь с его телом, соприкасается с его личностью потом. Такие захоронения предназначены для очищения людей. Такие тоже бывают захоронения.